Привет, народ! Всем привет! Ну что, мы с Мишкой едем сегодня на квадроспорт. Это такая глобальная баталия будет квадроциклов. Мы туда приглашены растаскивать потерпевших, потерявшихся и поломавшихся. И застрявшихся. Да, будет интересная такая квадробитва. Это уже она приобрела международный уровень. Будут канадцы, будут итальянцы, насколько я помню, если правильно помню. И, короче, будет весело. Вот, именно туда мы и едем сегодня и немножечко вам покажем. Понятно, что это не формат на канале, но, тем не менее, надо будет разбавить немножко тематику. Вы же все устали уже от Астрахани. Мы ловим мало рыбы, вам не нравится. Ловим много рыбы, опять не нравится. Поэтому мы поедем на квадросоревнования. Не можем мы никак в золотую середину попасть. Ждали мы вас, ждали и наконец дождались. А мы ехали и наконец приехали. Замерзнем! О, для съемки. Ты поснимать хочешь? Готовы? Dave, is that your camera? Yes, for sure. Oh yeah. Oh, that was awesome. Yes. Второй. Они меня окружили и заблокировали, короче. Ну,
угадали, какие кадры едут. Ой. Хорошо сидите там. Ребятки, давай попробую, верёвку. Давай. Верёвку. Вон стропая динамическая. Давай, давай. Не, мне шакал не нужен. Попробуем зад, потому что, ребятки, он плотно засел тут. Не, ребята неугомонные. Еще хотят попробовать. Привет. Здорово. Тебя валяли, елки-палки. Ребят, ну чё? Чё могу сказать? Тираника не приехала? Да, тираника подвела нас, подвела. Не знаю, что такое тираника, если она боится присутствовать. Ну, говорят, что у них там что-то сломалось. Да нет. Я, конечно, расстроился. Но у нас будет присутствовать пелец. Два пельца, так что ждите. Сейчас будут офигенные кадры. Будут они тягать шерсть будут. Шерсть застрянет, они будут, пелец будет вытягивать шерсть. Порутся, елки-палки. Даже Мурка. Мурка говорит, да. Вот такое количество участников. Вон квадробурку. Кто-то добрался на машинах сюда. Но это, ребят, я вам хочу сказать, добрались на машинах они сюда, пока еще разбито ничего не было. Как они будут отсюда выбираться, вообще непонятно. Будет нелегко. Какая-то квадровакханалия. У меня, кстати, будет для вас отрезочек речи чеховских проходимцев, но там будет сплошной пик, ребят. Потому что, ну, не формат нашего канала, что поделаешь. Андрюх, у тебя спина грязная. Да, ты чё? Да. Ты сверху мне насрал на нее. Я к тебе залезаю. Не, я только в куртку, если вывернешь.
Я тебя запущу на машину. Куда ты залезешь? Вот сюда вот тогда на ступеньке вставай. Вот сюда? Вот сюда присаживайся, здесь сиди. У меня что-то стерильно чисто, я тут еще лежать могу. Пока. Да. Ну вот, на бампер вставай, потом за ручку бери. Потом на колесо, на ребро. Я помню, и за ручку лазил, бери. Это тебе не тираника, елки-палки. Это серьезная машина. Тираника в глаза не... Слушай, если ты на пелец встанешь, у тебя крыша, голова как раз будет, вот, как колесо наше. Алекс, Алекс! Здравствуйте. Привет, как дела? Сейчас вам надо на шеф запросить. Вопрос есть. Показывать. Видишь, Андрюха, за вторым лэбом. Толкачам обязательно по маршрутке или можно как-то... Да, можете бегать как угодно. Толкачи могут бегать как угодно. Ребят, а где регистрация? Регистрация чего? Где? Кому подать? Багаж давай. А вы сейчас где были, что я 20 минут здесь орал, блядь, эту хуйню? По факту смотрим. Рассказываю, значит, еще раз. Для особо одаренных. Потому что, садитесь все без 10 на квадроцикл. У вашего первого человека... Знаешь, меня бы так в говне изваляли, я бы тоже суровый был. Дима проходит, заключает с вами спор. После этого вы стартуете первой шеренгой. Вторая шеренга подтягивается на это место. Потом звучит выстрел. Вторая шеренга стартует. После этого третья шеренга подтягивается опять на это же место. Без выстрелов никто никуда не стартует. Не будем устраивать бардак. Давайте сделаем это... Суперское шоу, прям вот суперским. А то будем расстреливать, если без выстрела будут стартовать. Нет, то после выстрела человек будет падать. Тихо, то меня переедешь, блин. Могу. Ну, давай тебе чуть-чуть назад, блин. Давай. Здорово. Берете нас? Подберем, ребят. Ну что, вот подобрали ребят, которые производят одежду для экстремальных видов спорта, это Финтрейл. Кстати, обещали нас тоже одеть. Посмотрим. Всех оденем. Ну вот, к Финтрейлу добавился еще Ньюстрим. Ну, как видите, вот заднего окна практически не видно. А сейчас я их прокачу. Так, ребятки, считаем. Раз, два, три, четыре, аккуратней, пять, шесть. Раздавили, что ли, кого-то? Кого не потеряли? Сейчас, подожди, выгрузятся.
Короче, 8 сидений, это при учитывая то, что у нас не было еще одной лавки для пассажиров. Можно было еще пару человек засунуть. О, врет! Лежайте. Че врет? Где пельцы твои? Где пельцы твои? Кстати, там не заняли. Нет, я не видел их ни в воде, ни в печу не торчало ниоткуда. Не видно пельцев, нету. Ребят, первый заезд. Представляете, вы бы так на рыбалку ездили. Вот шоу был бы какое. Эпический размес. Да. Я занял место в первом ряду, и сейчас мы вам покажем, что тут за мясо происходит. Да-да-да. Ого-го, у нас есть лидер, вон там идет. Вот титановый квадроцикл. Мясо. Это что-то, ребят. Офигенно на крыше, надо на болоте попробовать. Я говорю, на болоте попробовать надо поесть. Прилечь так, это самое. Дальше этого периметра еще никто не ушел. Все там. Народ, я вот не понимаю, зачем им нужны квадроциклы. Им нужно просто бегать по этой трассе. Просто вот команда бежит по этой трассе. Кто первый добежал, тот победитель. А квадроциклы стоят вон там на ну, приехали и побежали, все. А так такую, ну такую гирю с собой тащить.
на старте разбирают квадроцикл команда. С ним пробегают, а на финише его собирают. Во! Отважные грязевики. Самое смешное, я сам когда-то так же ездил. Видели, у меня квадроцикл, вот на нем я так же гонял. Но что-то я это дело разлюбил после шерпа. Только на нем можно ездить вот здесь, вот в такой обуви. Больше вы не встретите в такой обуви никого здесь. Да, ребят, даже я одел сапоги. Поделюсь с тобой шоколадкой. У меня есть половина шоколадки. Во, ребят, приехал пилец. Всем. Сейчас посмотрим, да, что он тут наделает. Пилец всем. Интересно поможет. Посмотреть, что может машина. Там он чеховский уже забрался. Андрюха. Не знаю, доедет он до нас, не доедет. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.